Глубокой ночью осенью 2011 года на сельском кладбище села Брегинцы представителями Киевского патриархата была проведена эксгумация тела отца Меркурия Брегинского, иеромонаха Киево-Печерской лавры, который умер в 1956 году. Синод УПЦКП принял решение о канонизации священнослужителя, который всю свою жизнь посвятил прославлению Бога в лоне Русской Православной Церкви. Что это? Шаг в сторону сближения с канонической церковью в Украине или ловкий политический ход? Те, що розкольники взяли собі за взірець святості людини, яка була вірною Руській Православній Церкві, це, звичайно, якось навіть надихає. І говорить про те, що ці люди, можливо, все ж повернуться у святу церкву. Церковь Киевского патриархата – это структура, которую Михаил Денисенко, называемый в УПЦКП патриархом Филаретом, построил под себя и для себя. Он перенял у канонической православной церкви все ее внешние атрибуты – убранство храмов, священнические облачения, структуру и последовательность богослужения. А жива вера штовхає молодь іти на смерть, захищаючи свою батьківщину на сході. Однако при всем этом до последнего времени было одно заметное отличие между организацией Денисенко и истинной церковью. И дело даже не в благодати или каноничности, как многие успели подумать, хотя в этом, конечно же, тоже. Так что же это? Без чего немыслима православная церковь? Почему все православные украинцы, даже те, кто идентифицирует себя с УПЦКП, продолжают приезжать в такие святые места, как Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская лавры, в Голосеевскую пустынь и на Аннину гору. Все они едут приложиться к святым мощам православных подвижников. Эти люди выстраиваются в громадные очереди, чтобы спуститься в пещеры, где хранятся святые мощи. В трудные времена приходят, чтобы написать записочку матушке Алипии или пройти на коленях крутой подъем на Анниной горе. Святые церкви – вот оно, истинное доказательство того, что православная церковь жива и будет жить. И вот он, последний, затерявшийся пазл из розовой мечты Филарета – святые Киевского патриархата. У структуры, которая церковью является только по имени, нет и не может быть собственных святых. Остается или отбирать их вместе с храмами, как это было с мощами великомученицы Варвары во Владимирском соборе, или же канонизировать подвижников, положивших жизнь служению Богу и преданных настоящей церкви. Где б не були привезені мощі преподобного Меркурія чи на Галичину, чи в Донбас, чи на Волинь, чи в Чернігові. Тому ось мені доповіли, що за ніч до мощей преподобного Меркурія підійшло понад 100 тисяч. Филарет прекрасно понимал слабое место своей организации и поэтому решил этот недостаток исправить. Ну, те, що робилося все поза законом, бо тоді моя мама була головою сільської ради. І до її ніхто не прийшов, ніякого дозволу не брав. Тоді вона вже знала, що це ж вночі ж мощі дістають, що це ж таке було. І вона ж на їх напала, що це таке. А вони тоді десь якось взяли дозвіл вже з прокуратури і з інстанції. А до цього ніякого дозволу не було, бо вона каже, я вам не дам. У вас нема дозволу, я вам не дам. Ну, вони ж так. Знаєте, як нас це робиться. Осенью 2011 года УПЦКП осуществила эксгумацию тела монаха Киево-Печерской лавры, великого постника и подвижника, отца Меркурия Брегинского. Отец Меркурий прожил долгую жизнь с 1870 по 1956 год. Не нужно быть великим знатоком церковной истории, чтобы догадаться о существовании Киевского патриархата, который во Вселенской Церкви, иначе как расколом не называют, в то время даже не было и речи. А ведь раскол для православного монаха был ничем иным, как грехом, предательством соборной апостольской церкви и Бога. Якщо викопують тіло померлого, який завжди був у вірності до церкви, але його викопують, оголошують як святим, і це насилля,
над людиною чиниться. Це те ж саме, що роблять мормони. Мормони, які ходять по кладовищам і оженюють на собі померлих. Це насилля над особистістю. Те ж саме чиниться і тоді, коли викопують людину однією конфесії віри, хтось і присвоює його собі. После революции 1917 года братью Киево-Печерской лавры разогнали, а монастырь ликвидировали. Отцу Меркурию ничего не оставалось, как вернуться в родные края на Черниговщину. Он поселился в селе Брегинцы, что всего в 2 километрах от его отчего дома. В тяжелые времена он организовал общину и построил церковь, куда, вопреки всем запретам советского режима, постоянно приходили люди. И он там, в эту маленькую церквушку маленькую, и стал там уже служить. Люди сходились, и много народа, вот, и там он служил. И когда я уже с маленьким был, малым все, туда ходил на праздник, подарил он мне четки, и что, говорит, будешь монахом. Вот. Я говорю, когда еще я малый, и все, тому. Нет, это уже сразу после войны. Вот. Будешь монахом. И подарил мне четки. После смерти отца Меркурия его похоронили на кладбище возле церкви, а спустя годы эту деревянную церквушку захватили представители Киевского патриархата. Но хоть само храмовое здание и принадлежало раскольникам, никто не забывал, что сам отец Меркурий всегда был в лоне канонического православия и посвятил свою жизнь Богу и матери церкви. Он был гонимый, так как и в лавре он уже был, уже когда лавру закрыли, все братья разошлись, было гонение. И там он был гонимый. Вот. Но он до последнего он служил. Так как же случилось, что истинный православный священник стал первым святым в Раскольничьей церкви Филарета? Ответ на это такой же неоднозначный, как и вся ситуация. Не ухожена ніколи, цвітовної ніколи не було. Як листя пройшло осінь, то листя так і засипано, так воно оставалося, і нікому воно не треба було. Це буквально було так, ну скажімо, до самої, поки його не викопали. А тоді різко їм треба ж мощі понадобилися, так вони от взяли, викопали, да і все. І сказали, що і капличку, все буквально пройшло так, мгновенно. Внезапно ночью к сельскому кладбищу приехали люди на черных внедорожниках. Раскопали могилу и увезли мощи монаха в Катериновский храм в Чернигове. Ни местные власти, ни сами жители села ничего не знали о происходящем. И если бы не случайные прохожие, которые, заметив все это действие, рассказали о случившемся председателю сельсовета, то, наверное, об этом никто и не узнал. Я тут еще працювала в сельской раде, так что в сільську раду ніхто не звертався, ну, ніхто із людей не знав, це вже на наступний день прийшли до нас люди, ми навіть не знали і нам сказали, що, чи знаєте ви, що викопали Меркурія. Люди саме приходили, возмущалися на наступний день. А викопали вночі, приїхали ночі, вже ж потім, як люди почали нам розповідати, то ночі викопали, приїхали там машини, з'їжджалися. Ми відправили запрос председателю сільсовета села Брегинцы з просьбою документально підтвердити, було ли розрішення місцевої влади на ексгумацію тіла отця Меркурія. В ответ мы получили официальный документ, в котором говорится, что все происходящее проходило без разрешения сельсовета и даже без предварительного уведомления. Мы подняли документы, мы связывались с районной владой, писали листы, ну, чтобы проверили законность этих действий. Ну, конечно, никто на это не отреагировал, и ни в районе, ни где вот такое. А так, как мы смотрели, в принципе, надо был дозвіл сельской ради, чтобы на эксгумацию. Значить, тіла, ну, так, як по закону. На перевозку треба було дозвіл Російської Ради, ну, нічого цього не було. Просто, навіть не попереджені були ні за день, ні за два, ні за час. По церковним правилам, ексгумація тіла должна проходити при свідетелях з розрішенням місцевих властей і при їх непосредственном присутствии. Завжди на обрітині мощей, на ексгумації, присутні за, обов'язково від місцевої влади,
представники і обов'язково від прокуратури. Бо отримується дозвіл, і іноді ще і медексперт присутній для того, щоб можна було засвідчити все, що відбувається і як викупується мощі. Но удивляет даже не то, что УПЦ КП в который раз удалось пренебречь всеми существующими правилами и канонами. Дело совсем в другом. Иерархи Киевского патриархата в течение всего времени своего существования активно дискредитируют УПЦ. Церкви приписывают сепаратизм, украинофобию и поддержку политики российских властей. В то же время духовенство Киевского патриархата готово в лепешку расшибиться, чтобы не допустить ничего русского на украинскую благодатную землю. И тут вдруг такой неожиданный поступок – канонизировать истинного подвижника Русской Православной Церкви. Ведь в то время, когда жил отец Меркурий, церковь на Украине даже не имела автономии. Останки Меркурия Брегинского УПЦ КП по сути выкрала и теперь использует имя этого подвижника Русской Церкви для рекламы своей организации. Однако это не единичный случай. В апреле 2002 года был прославлен святой Амфилохий Почаевский. Нет, не Киевским патриархатом. Его канонизировала Украинская Православная Церковь, а спустя 14 лет внесли в святцы РПЦ. Но зато руководители Киевского патриархата активно используют имя святого в своих целях. Даже основали в его честь монастырь. Однако чем же преподобный Амфилохий угодил Богу, по версии иерархов Киевского патриархата? Оказывается, исключительно тем, что он лечил бойцов УПА. В этом и суть канонизации, чтобы люди, приходящие в церковь, знали, что надо жить так же праведно, как этот святой, быть такими же преданными Богу и церкви, чтобы потом обрести Царство Небесное. На честь новітнього святого, ласка Господня, через якого виявляється до народу і є виявом того, що церква є жива і дієва, вирішила благословити будівництво храму на честь преподобного Меркурія у місті Чернівцях. Руководство Киевского патриархата сознательно или нет своим решением о канонизации отца Меркурия возвели его в пример для всех своих верующих. Він своїм житієм, своїми подвигами прославляв Бога. Прославляє тепер через молитви, які він звершує перед престолом Божим. Чи може бути для них святим людина, яка завжди була у вірності до церкви Святої Православної, коли вони знаходяться у конфронтації до цієї ж церкви? Як це може бути? Це виглядає трошки якось, може, наївно, а може з якимись навіть недобрими намаганнями, щоб цю людину принизити і зробити своєю, показати, от бачите, і він з нами, з розкольниками, з єретиками. Такой ли замысел был на самом деле у Филарета, говорить трудно. Одно ясно, что теперь, чтобы не бороться с живыми людьми, киевский патриархат решил глумиться над душами мертвых. Ведь трудно себе представить, что отец Меркурий мог стремиться к такому вот признанию раскольников. Но, как говорят сами филаретовцы, вся их работа проводится с любовью и во имя любви. Кожен из нас тут в храме, особенно вы, владыко, вашим словом, вашою молитвою показуєте нам, що любов повинна бути на першому місці. Що, що б в нашому житті не сталося, ми повинні перебороти себе і знайти в собі любов. Только на что направлена эта любовь и с какой неистовой силой она будет продолжать душить православный народ Украины, возводя его в главные враги государства, ответа у нас нет. Руководство УПЦ КП все время своего существования показательно дистанцируется от всего, что связано с УПЦ и особенно с Русской Православной Церковью. Для них все, что связано с этой церковью, чуть ли не воплощение мирового зла. Только одни повторяющиеся мантры про русский мир чего стоят. Только отчего же никто из иерархов Киевского патриархата не объяснил своим прихожанам, что похищенный из своей могилы и канонизированный ими отец Меркурий всю жизнь служил Богу именно в этой ужасной русской церкви?
Как бы там ни было, но главный итог всей этой истории для УПЦ КП неожиданный. Ведь выходит, что несмотря на очевидный обман с канонизацией, даже отчаянные противники канонической церкви готовы склонить голову перед свидетельством истинного проявления веры в Бога и труда во имя Святой Соборной Апостольской Церкви, чьим несомненным примером был отец Меркурий, игумен Брегинский, великий постник и монах Киево-Печерской Лавры.